Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни. Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Циву пятую. Так, надо пропустить мне ход. Тут наш миссионер идет обращать вот этот вот городишко в нашу веру. Тут, собственно говоря, все города уже в нашу веру практически. Ну, не все, конечно. Тут Мека это, конечно, жестко. Ну ладно, мы сейчас. Вот этот потихонечку тоже. Блин, ну они давят, они тоже начинают вот обращать там города, блин, во всякие верования. Задолбали. С этой Мекой надо что-то делать. Аттила, вам же пофиг, по сути, да? Тут вот это вот Медина. Зараза давит. Вот Хама. Был наш город, стал их город. Как ты, ну сюда он не добрался. Ладно, я сейчас тут епошек обращу в свою веру и пойду, наверное, в эту Хаму обращать всех в свою веру. Принять эмбарго Майя не принято. А, да тут куча была против. Так, ладно, следующий ход. Все, наши миссионеры пришли. Вы давайте тут раскопки начинайте. Не, никакие армии. То есть, видимо, у нас открытые столицы были с епошками, да? О, а, кстати, я могу с этим Уром союз заключить. Ну, пока не хочу. Так, ладненько. Ладненько. Скоро уже у нас электричество. Блин, великий художник Рембрандт Ван Рей. У меня нету места, куда ложить шедевры. Срочно надо места под шедевры. Срочно, просто прям пипец как срочно надо. Прям жесть. О, сюда идет гунский этот опять. Блин, гуны, ну неужели вы идете в эту, в культурную победу? Сколько у вас там, где гуны? 12 очков. Вот просто, где влияние игрока, да? У нас, кстати, идет подъем. Тут на Аравию, на всех остальных идет медленный подъем. Ну, ничего. Кельты, где гуны? У вас он против нас вообще спад идет. Что не вариант. Вот, так, ладно, кельты. Девятнадцать тысяч, вот тут вот мы скоро прям, Майю мы скоро победим. Ладно, туризм наш борется. Так, распространяй религию. Все, отлично, захватили мы этот город. Следующий, знаешь какой, Хаму. Туда пойдешь. Все, следующий ход. Так, чё, археолог? Что ты ху... А, ну ты ж... Рагуза там. Сколько городов, государств. Так, выбрать действие. Создай памятник. Сделаем памятник. Так, следующий ход, ладно. Сейчас этот даст концерт, говнюк. А, не, он поближе подойти хочет. Я не знаю, в чем смысл того, что тут гуны вот это гоняют мне музыкантов. Ну, пусть гоняют, ладно. Может, они таким образом защищаются, чтобы я не пришел к культурной победе. К туристической. Так. Кстати, давайте еще раз посмотрим моя культура. Вот у меня в Сикстинской капелле мне бонусов не идет никаких. Потому что тут бусы и бусы. Древнейший мир. А тут альбионская девица, обнаженная. Слушайте, а если я вот так вот обменяю? Сейчас, я попробую обменять. А,
А, сразу бонус срабатывает. Бусы-бусы. Плюс один тут бонус мы получаем. В радиовышке, ага, во дворце есть. В национальном эпосе, еще в царская библиотека имеется. Блин, мне бы вот эти бусы на что-нибудь обменять. А ну, никто там артефактов не накопал, слушайте. Обмен шедеврами. Слушайте, а у нас же есть бусы этого. В общем, бусы говнюка этого есть. Может их поместить? А ну-ка, подождите. Кельты, Аравия, гуны. Кельты, кельты, кельты. О, бусы Корея. Не-не-не. Бусы Корея, бусы Кельты. Но зато тут плюс 2. А было плюс 1. Нормально. На мой взгляд, ничего так. На мой взгляд, так вообще ничего. Так, проложить караван. Давай, короче, в хаму давление создавай. Вы идите вон туда. На разведку. Следующий ход. Так, сейчас уже электричество станет известно. И я надеюсь, у нас алюминий будет. Так, экзотика. Тут они свою культуру нам возогнали вообще. Прям красавчики. Шо, пипец. Прям загнали культуру. Не, ну хаму надо захватывать срочно. А то это жестяк. Ханой, как тут наши пробиваются? Наших всего три. Да, шаманы, блин. То есть не шаманы, а этими он играет. Все, через 20 ходов будет радио у нас. О, кстати, что с люминием? Что с люминием? Ой, да ладно. Нет люминия. Слушайте, а я могу купить алюминий у кого-то? Во-первых, я могу купить теперь это. А, полицейский участок недостаточно денег. Давайте полицейский участок построим пока. О, 25 ходов. А если я на исследование, то 21 ход. Блин, я лучше на исследование буду. На полицейский участок мы скоро накопим. Так, ппрппрпп. Юнит ожидает приказ. Так, юнит ожидает приказа. Ты давай тут разведку проводи. Может, что где найдешь последнее полезное. Так, у тебя одна это осталась, да? Ты идешь потихоньку, красавчик. Все, следующий ход. Так, сейчас нам, знаете, что надо? Нам надо успеть Эйфелеву башню жахнуть. И Бродвей. И причем нам надо что-то строить великим инженером. По-любому. Вот. Но этот 21 ход еще, ладно, еще не скоро. Я думаю, что-то одно мы инженером по-любому построим. Так, кстати, Всемирный конгресс. О, Всемирная выставка. Культура на 100% на 20 ходов. Вот мы будем, короче, жопу рвать, чтобы получить. И бесплатный общественный институт. Вот за Всемирную выставку я буду голосовать. Я однозначно буду. Так, археолог. Блин, они там стали так плотным кольцом. А тут эти стали плотным кольцом. Ну ладно, мы прошли. Так, все, следующий ход. Чё, кто-то что-то выкопал. Создавай памятник. Да, уверен. Ну а чё, у меня больше вариантов нет. Отстой. Конечно, отстой, но что поделать.
Ничего не поделаешь. Так, за всемирную выставку я очень... У нас много культуры, а сейчас ее еще больше станет. А еще мы полностью эстетику, когда возьмем, там еще у нас туризм. И, короче, нормально нам культура. А культура нам нужна, чтобы в культурную победу прийти. Так, 30 ходов. Ну, хорошо, ладно. Кстати, а что за прогноз Всемирный конгресс, Всемирная выставка? За 16 делегатов. Ну, нормально, я думаю, если мы... На благовоние мне вообще по барабану. Если мы еще за проголосуем, там, по идее, должно будет все ничтяк быть. Так, следующий ход. Давайте следующий ход, говорю. Блин, ждали, пока все сходят. Куда я вас сейчас отправил? Идите вон туда. Блин, вы же шли сюда нормально. Ну ладно. Ставка Атилы. Где наш пророк? Идет туда? Нет. А, во, уже почти дошел. Тут у нас никто не отжимает. Да нет, не отжимает. Хотя, вот тут вот плюс, ну, 8 на 4, это нормально. Ханой. Никак не обратитесь вы, а вы. О, уже 5. Скоро обратитесь в нашу веру. Так. Кто ходит? Вы ходите. Идите на разведку, ребята. Следующий ход. Так, пошли. 18 ходов до радио. 18 ходов и будет радио. И мне надо срочно купить люминий, чтобы купить ГЭС. Вот, слушайте, а ну-ка, дипломатия. Какой-нибудь алюминий есть? Я-а. Никто еще, видимо, не открыл электричество. А, так у меня 8 алюминия есть. А откуда у меня 8 алюминия? Офигеть, сейчас у нас молотков. 118, ляп, 131. Молоток. Так, принять институт. Модификаторы туризма. Хопа, у нас плюс 37 стало. Отлично. Идеологию я пока еще не могу принять. Ну, ничего страшного. Так, давай иди куда-нибудь туда, разведывай. Все, следующий ход. Да вы, блин, задолбали. Иди уже куда-нибудь туда. Разведывай. А я их вообще на автопилот могу этих поставить? Открытые границы не вопрос. Так, 37 туризма. Как у нас у других культур? Влияние игрока, так, культурная победа. У Египта 40. Да каким хреном у Египта 40? Каким хреном у Египта 40? Блин, Египет идет в культурную победу. Надо что-то с ним делать. Ну ничего, сейчас Бродвей, сейчас так тут. Блин, число последователей всего лишь 2 стало. Следующий ход. Да иди куда-нибудь уже. Не долби мозги. Так, мне... Я не понимаю, как Египет качает культуру. Вот, но как-то он ее, зараза, качает. Как он ее качает? Ячейки музыкальных шедевров. Блин, а на самом деле не так много. Так, а где отель? О, отель, он как раз в Крионике. То есть вот это вот... Вот это вот отель, вот он мне очень... Нужен будет.
Аттила готовит заговор. Да мне пофиг, кто там кого у вас готовит. Тоже мне нашли чем напугать. Тоже мне нашли чем напугать. Так. Как у нас тут влияние? 120. 107, нормально. С кем мы еще в союзе? 68, вот с этими медленно падает. Так, а кто у нас еще? Так, золотой век прошел. Ну, ничего страшного. Что он прошел? Дамаск, 45 давления. Хама, да блин. Слушайте, а мне знаете, кого надо купить? Мне надо купить инквизитора. О, точняк. Я сейчас куплю инквизитора. И буду просто выжигать вражескую веру. Сейчас мы купим инквизитора, точняк. И он, короче, нам поможет. Хотя, конечно, мне бы инженера. Или подождать на инженера как раз... А ну-ка, 10 ходов это 190, да? А инженер 1000 стоит, да? Ладно, у нас тут молотков на самом деле много. Поэтому я лучше куплю инквизитора. Очистить от ереси и пойду просто меку очищу от ереси. О, вот так вот. Точняк. Вы встретили новый народ. Сюри готов. Так. Ага, они нам еще и 15 голды дали. Идите куда-нибудь туда. Следующий ход. Они нам еще и 15 голда дали. Блин, а фиг ли у Египта, извините меня, такой большой показатель культуры? Я не знаю. А как у нас с Египтом вообще? Ну, у нас идет медленный подъем. Слушайте, надо с Египтом тогда... С Египтом тогда надо как-то заключать договор. Слушайте, Дима... Этот... Во-первых, ты, наверное, в Ебипет иди. Тогда вот из ставки гунны, давай-ка ты иди в Египет. Так, держава. Вот он, Египет. Фивы это столица Египта, я так понимаю. Дипломатом. О, еще мне пикинеров кто-то дал. Следующий ход, отлично. Так, инквизитор пошел. Я просто сейчас в Мекке армию инквизиции натравлю на них. Тут когда наши уже 6 и этих 8, блин. Не, надо в хаме, короче, для начала инквизитора. У тебя один заряд, да? Жаль. Ну ладно, иди. Да блин, не дергайте вы камеру. Иди в хаму, короче, все. Следующий ход. Так, ты давай тут разведывай, разведывай. 11 ходов до радио. Ну нормально, нормально. Нормально. Сделаем радио. Все будет ничтячок. Сразу Эфелеву, сразу Бродвей, сразу этих. И мы по Египет обойдем по... Луврца построили. Да я если б мог его строить, я бы его давно построил. Я не пойму, почему его не мог строить. Открыть дерево технологий. Так. А кстати, что тут за бонусы? Вот мы же ведь...
Стандартизация, Биг Бен уже давно построили, лаборатория. Христос Искупитель нам бы. Слушайте, нам потом, наверное, на стандартизацию идти, ну ладно. Чудотворцы мира, мы... А где Египет? А Египет вот, у него всего одно чудо, но почему у него так много туризма? Я не понимаю. А, ну, видимо, понятно, почему. У него же не один... Да, одним городом, на самом деле, тяжело идти в культурную победу. Вот реально. Давай, иди, иди, иди туда. Почему тяжело? А, потому что у вас нету ячеек. Вот я сколько артефактов прокакал, да? Которые мог бы в разные города пораспехивать. Там с музеями, со всей лабудой. А я их, ну, профукал. Вот, и мне за счет чудес только приходится выезжать. Ну, может быть, еще получится. Я, честно, не уверен. Ну, мало ли. Вдруг получится. Так, ладно, давайте на этом мы тогда выпуск закончим. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.